Готова ты к откровенности со зрителем? Или ты все-таки прячешься за какие-то маски, за какие-то... Ну, я понимаю, что делать. Энергия же разная проходит. Ну, прячешься, да? Ну, куда вот мне нравится энергия, да. Потому что когда вот идет чистая энергия, там ты как бы... Ну, потому что снаружи обмена идет, а когда идет вот, понятная энергия, то сразу... Ну, в общем, я думаю, что надо тебе на институт Марины Абрамович двигать, чтобы быть непробиваемой, как бы, можете погромче говорить, тут много зрителей пришло. А, ну, я просто к тому, что на самом деле мы сегодня попробовали новый вариант перформанса Марины Абрамович. Вот, да? Но только там Марина не должна была молчать и не отводить глаз, а Лене вот наоборот вступать в диалог, потому что она всегда за кадром. Я люблю поговорить. Нет, но ты всегда за кадром, ты со зрителем опосредованно говоришь. Вот. А для такого формата нужно не смущаться, быстро ориентироваться с ответом, да? Как Марина Абрамович, моментально, даже на самый провокационный вопрос, моментально отвечает. Ну, опыт у меня уже просто. Да, да, да. 4 года. Потому что, мне кажется, не случайно Кусама, твой любимый автор. Ну, знаете. Запомни, детка. Время закончилось? Все. Кто хочет следующий задать вопрос, если мы здесь завершим? Да, точно. А что можно из первого группы показать? Что за мазохизм?